Я уже говорил вам об этом удивительном исцеляющем упражнении, которое, ну, мне пришлось делать ежедневно 2 месяца. Некоторым из вас придется делать это 2 недели, для того, чтобы это стало вашей нормой. Я сейчас говорю о нисходящем-восходящем потоке, и пришло просто время освежить в вашей памяти и, может быть, по-другому прочесть, совместив с безопасными границами вашими. Что я сейчас сделаю? Я просто проговорю формулы, которые, ну, максимально всего происходящего во время работы с этим упражнением. Нисходящий и восходящий поток. Но я напоминаю, 3 точки рассматриваем в мироздании. Сердце Творца Всего Сущего, ваше сердце, сердце Матери Земли. 2 потока идут, один поток из сердца Матери Земли через ваше сердце в сердце Творца, и сердце Творца через ваше сердце в сердце Матери Земли. Эти 2 потока исцеляющие, гармонизирующие. В принципе, они у вас включаются в мгновение вашего рождения. Но вы имеете право иногда и совершаете это, вы их просто перекрываете, или вам их перекрывают, и тогда у вас недостаток чего-то происходит в вашей жизни. Поэтому это упражнение не только восстанавливает взаимосвязь с планетой и Творцом Всего Сущего, а и внутри вашей структуры. Вот это все я и проговорю. Потом я проговорю формулировки по обеспечению ваших безопасных границ. И, соответственно, потом проложу все это звуком. Как вы себе это будете делать, либо отдельной техникой, либо будете под этот ролик все это делать, это, собственно говоря, дело вашего вкуса, предпочтения и комфорта. Поэтому, итак, дорогие мои, начинаем. Глубоко дышим, расслабляемся, дышим сердцем, ощущаем матушку планету, ее невероятную любовь, ощущаем Творца Всего Сущего, любовь, которую он нам посылает. Итак, из сердца Матери Земли через мое сердце идет белоснежный луч любви в сердце Отца Матери наших Небесных, Творца Всего Сущего. Из сердца Творца через мое сердце в сердце Матери Земли идет такой же белоснежный луч любви. Эти 2 луча действуют вечно, поддерживают мою связь с Матерью Землей и Отцом Матерью моими Небесными. Эти 2 луча гармонизируют меня, очищают, исцеляют и наполняют мою энергоструктуру теми энергиями, которые необходимы мне сегодня, здесь и сейчас. Любовь, радость, счастье, успех, здоровье, изобилие, достаток, богатство, счастье. И эти потоки действуют вечно. Они гармонизируют, исцеляют и защищают меня. Они наполняют все мои каналы и ресурсы и восстанавливают между ними взаимосвязи. Они исцеляют все мои тела от физического до самого тонкого и все взаимосвязи в них. Алай исанамих ора елевид ода ила санами оная. Аланамих осанами тор алай нос ида. Аланамих осанами елая дис ода мит арая. Аланамих осаяна ид ос ида янам ан. И я с большой радостью и благодарностью принимаю этот дар и живу в постоянной взаимосвязи с Отцом Матерью моими Небесными. Алан мих осаялах ар ингайлам ит ала есом идаяны. Алан их оса идаяман ан. Моя энергоструктура полноценно гармонично здорова, не имеет никаких дефектов и изъянов. Мои безопасные границы соблюдаются моими ангелами-хранителями. Все энергии, которые направлены в мою сторону, если они не несут свет и любовь Творца, они до меня не достигают. Алан сонамих араялат исая, алам исанамит ораялах ата, вон ияла сатинами тор алайни, аная сам айлат одес, ином ияла аса. Я живу в гармонии и красоте божественного замысла. Именем я есть то, что я есть. Именем моего я есть присутствие. Я любимое дитя Бога, которое находится в постоянной связи с Матушкой планетой и Отцом Матери нашими небесами. Yeah.
Не важны слова, которые вы будете произносить. Важно понимание сути. Потому что в конечном итоге это упражнение будет занимать у вас времени меньше, чем этот щелчок пальцев. Вы просто будете ощущать, получать ощущение, поддерживать его в себе, ощущение глубочайшей связи с Матерью Землей, пониманием ее и приятием, ощущением глубочайшей связи и взаимопроникновением с Отцом Матерью нашими небесными, Творцами всего сущего. Вы будете ощущать абсолютную гармонию, умиротворение, радость и счастье в своем сердце. Вы будете изобильны, как вам доверил Бог. Поэтому, дорогие мои, все у вас. Берите и делайте. Это упражнение не нужно делать всю свою жизнь. Вы потом будете просто иногда вспоминать об этом состоянии и чувствовать его. Но какое-то время я рекомендую вам его делать ежедневно. Я делал это один раз во время утреннего туалета в душе. Это очень удобно, вода помогает вам почувствовать это на физическом плане. И когда вы почувствуете, что вам этого делать не нужно, это будет занимать не 5-10 минут, это будет занимать миллисекунды, а потом и в принципе вы просто будете жить в этом состоянии всегда, не покидая его, не покидая его гармонии и красоты. Так что, дорогие мои, примите этот дар, дар радости, бытия в этих энергиях, которые вам посылаются извне, а на самом деле они находятся всегда внутри вас.